Всем добрый день. Сегодня у нас 7 октября, пятница. Сегодня у Путина день рождения, юбилей, 70 лет. Но по телевидению ни одного слова, ничего, вообще ничего не говорят. Ну и ладно, завтра на работу мне. Понедельник учеба. Работа, ну и так далее, через день. Так, тут я приготовила цыпленка, вечером буду жарить. Рис с морковкой сделаю, типа плова. Так, а здесь мы уже обедать собрались. Кисель я свой выпила. Так, салатик, картошка с кабачком. Котлеток нет, курочку только вечером пожарю. Может, мне ее прямо сейчас пожарить. А так есть колбаска, есть грудинка копченая. Ходила в магазин, немножко затарилась. Такую грудинку купила рублевскую. Ветчину купила рублевскую на завтрак. Для завтрака. А то утром проснулись, ну посмотрю, в холодильнике вообще ничего. Так, с утра я овсянку варила, на молоке ели. Так, зато сметаны полно, 2 банки. Такой сыр купила, адыгейский ходила. Можно хоть так есть, хоть салат. Плавленый сыр купила. Сливочный, ну так на утром, на бутербродик с кофеечком. Так, здесь перец, лук, ну это надо доесть. Купила самсу, 4 штучки. Ну это типа... печеный, как печеный беляш. Но это с курицей. Внутри такая, знаете, как котлетка. Я вот вчера брала на работу. На перекус очень даже ничего. Купила себе йогуртов. Таких вот 4 штуки. Все разные. Клубника. Тут вот черника, по-моему. Малина, черника. Там груша. Груша, персик. А вот это, по-моему, зерновое что-то. Злаки. Вот это сытное самое. Завтра возьму какой-нибудь один с клубникой. Так, кефир в запасе есть. Кефир купила, молоко купила. И тут у нас виноград есть, яблоки, перец, огурцы, помидоры. Морковку купила, лук купила. Теперь картошки нет. Но я сегодня буду рис с морковкой, с луком делать. И курочку пожарю. Что-то мне сейчас готовить неохота. Займусь я курочкой вечером. Сейчас поедим, просто порежу. Порежу ветчину и вот эту вот грудинку. Покушаем. Мед переливаю в маленькую баночку. Вообще мед был вот в такой большой банке. Но она уже заканчивается. Вот там наверху еще одна есть. Тут мед совсем другой. Ой, как он называется, интересно. Тут был... Это похож на гречишный. Донник, по-моему. Да, донник. Гречишный он еще темнее, темно-коричневый. А это не знаю, какой был. Не знаю. Не поймешь, какой. Так, ребятки, время уже 4 часа. Мы еще не обедали, только собираемся. Значит, ужин будет вообще 9 часов. Сходила в магазин в Дикси ближайший. Ну, вот курочку купила. Я обычно петелинку беру, она побольше. И петелинки не было, были какие-то куры такие, типа петелинки, даже еще больше. Но они что-то какие-то страшные, синюшные. Не стала я брать, взяла маленького цыпленка последнего. Может, всю порежу, пожарю. Пожарю, съедим. Вот. Что у нас там на улице делается? Плюс 13. Погода хорошая. Ходила в спортивном костюме. В куртке сверху. Сейчас куртка у меня стирается. Я вспомнила, что я ее стирать хотела. А то что-то уже поездку в ней ездила. Что-то она грязная какая-то у меня стала. Куртка стирается. Ну, она, конечно, до утра высохнет, но я могу и в другой пойти. У меня другая есть, синяя, старая. Ходила в кроссовках, потому что пока сухо, сегодня дождя нет, хорошо. Асфальт сухой. Такая
такая, знаете, настоящая осень. Ну, что вы хотите, ребятки? Уже середина октября. Как раз... Ой, ну, какое сегодня число? 7-е. Ну, еще неделька и середина осени практически. Ну, уже почти середина осени. Так что осень в разгаре. Лес вон пожелтел наконец-то. Ну, не полностью, так наполовину красиво. Особенно вот здесь вот так ярко клены смотрятся красиво. А вот там у подъезда рябина такая красная, листья красиво очень. Солнышко скрылось, спряталось. Все-таки, когда солнышко выглядывает, как-то на солнышке повеселее немножко. Ну, что-то погода не очень. Дождя нет, но солнце тоже куда-то спряталось. Так, ладно, ребятки, закрываю. Тут 13 градусов. Но заболеть не хотелось бы. Что-то я немножко утомилась, присесть хочется. Так. Ладно, не буду я сейчас курицу жарить. Сейчас мы пообедаем. Немножко в интернете полазю часок. Сейчас, может, фильм досмотрю. Ну, я там смотрю регулярно фильмы всякие. Там какой-то начала смотреть. Да и одни и те же фильмы смотрю. Любимые одни и те же по 100 раз смотрю. Кстати, я таблетки до сих пор пью, чтобы желудок нормализовать. Остались последние. Вечером 2 выпью и утром 2. И на этом все. Будем считать, что мой желудок восстановился. Мой кишечник. Так, ладно, про кишечник не будем рассказывать. Всем знать не обязательно. Так, таблетки пью по утрам. Для профилактики там от всяких болезней. С утра выпила 2 таких. И ту, которую я каждое утро пью для профилактики. Так, от давления я еще не подобрала таблетки. Короче, если оно у меня еще раз поднимется, вот я когда домой ездила на родину, у меня первые 3 дня было давление. В принципе, не мешало бы. Ой, надо какую-то тетрадочку завести и записывать свое давление туда. И уже с этими данными, ну, сама я не запишусь к кардиологу. Кардиологу, мне кажется, терапевт записывает. Надо, короче, идти к терапевту. Тем более мне надо давно пройти диспансеризацию, а я все собираюсь, никак до поликлиники не дойду. Во-первых, мне нужно пройти послековидную диспансеризацию. В июле был ковид, и через 2 месяца, вот сейчас, мне надо обследоваться. А потом мне по своим предыдущим заболеваниям тоже надо диспансеризацию пройти. И я вот не знаю, может быть, эти как-то 2 диспансеризации в одну объединить, или как-то параллельно пройти, или сначала одно, потом другое. В общем, непонятно. А тут еще давление скачет, надо идти к кардиологу, подбирать таблетки. И пить их не так, как я пью. Когда давление подскочило, тогда я и пью. Там раз в месяц, там раз в 2-3 месяца, когда как. Оно у меня подскакивает в основном на похолодание. Вот осенью, в сентябре, ну и зимой может подскочить. В общем, шутки, конечно, с этим плохи. Надо подобрать таблетки, уже сидеть на них. У меня вот сестра каждый день таблетки пьет от давления. Поэтому оно у нее стабильное. Так, ладно, ребятки, побежала я обед себе греть. Ладно, всем пока-пока.